Jerry. No sé por qué. Yazid Al-Rashi, Saunus Karari и Тимо Готшальд из Германии. Команда X-Ray Mini, Джон Кубер, Андрей Каргинов. Сантиметр буквально справа и слева от боковых зеркал, но тем не менее все экипажи проходят в арку стартового подиума. На наш проект приезжают команды и участники с очень многих стран планеты. Безусловно, на нас ответственность провести соответствие всем международным стандартам. Ну, и еще раз показать всем, что Россия гостеприимна, любит спорт и способна организовывать соревнования самого крупного международного масштаба. Самых известных японских экипажей в мире ралли-рейдов. Гонщики лансируют новейшую версию грузовика «Хина». Это дебют данного автомобиля. Желаем удачного старта. Экипаж из двух человек. Это опять маленький маневренный юркер «Амир Поларис». По-настоящему очень-очень опасное приключение, отказаться от которого невозможно, мы видели. А сейчас я хочу попросить особенных аплодисментов, потому что это абсолютно уникальный экипаж. Вот 100% самые очаровательные стартовые ведомости ралли «Желтый путь» — это Таисия Штаева. Паша! Баки Мэри, команды «Супротек Рейсинг». В 2016-м, кстати, Мария Парина выступала на другом автомобиле, да, на Полярисе, насколько я помню. Но сегодня они ведут в бой новую машину, Maverick X3.